Итак, сегодня 28 февраля. Клен ясенелистный. Началось сокодвижение. Очень опасно явление, между прочим. Впереди морозы минус 10 градусов. Особенную опасность представляют для лиственных и хвойных кустарников, а также туй, у которых корневая система до 30 сантиметров в верхнем слое почвы. Если морозы минус 10 продержатся около недели, а сокодвижение уже началось, заметьте при этом, промерзание произойдет кома с корнями, от корней отслоится кора, и деревья погибнут. Основной риск — это туи, магонии, шаровидные туи, можжевельники, ну и ряд лиственных кустарников. Что надо делать? Чтобы избежать промерзания корней при предстоящих морозах, надо засыпать их опилками или мелкой корой сосновой, слоем сантиметров 30, не меньше. Тогда можно будет избежать последствий. Итак, повторяю, 28 февраля, Москва, клен ясенелистный.